Так, станция Простормер с AliExpress. Вот, обошлась 2500, когда была распродажа перед Новым годом, там, с купонами, купон продавца. Вот. Так она стоила 4. Самая минимальная комплектация, получается. В комплекте были... Вот. Так, в комплекте получается 3 насадки. Вот. Вот, раз, два и три. А, 4 насадки, вот еще одна. Вот такая насадка, крепится вот болтиком, стягивается и крепится вот. Так, 4 насадки, потом получается один пинцетик. Вот так вот, ну обыкновенно пинцетик, что-то хватать можно. Вот. Ну и все, обыкновенно фен, паяльник и сама станция. В обыкновенной коробке пришла обыкновенная коробка серая. Вот, но сразу хочу сказать, что что бы то ни случилось, когда вы заказываете с AliExpress, вот, всегда снимайте на видео, всегда, и как снимаете, и сразу же проверяйте на работоспособность. Это всегда, при любых обстоятельствах, что бы там ни было, даже бывает, когда кажется, что все будет нормально, и как раз в этот момент не все будет нормально. Вот, у меня вот, я включил, вот, включаю, и фен выдает ошибку. Раз, 5, и ошибка. Я сначала не понял ее. Туда-сюда, 10 раз ее выветывал, туда-обратно. Ну, в общем, не заработала она. Написал продавцу, он там, пришлите мне видео кусочек. Я ему прислал, он потом, вы можете там обратиться в магазин, там, ремонта, я вам возместим. В общем, поехал я до мастеров, они там... Что-то этот, в общем, выяснили, тут контакта нету. Сейчас вот, ну, иногда шевелишь, она начинает, в общем, работать. Но уже не начинает. В общем, вот тут в этой, ну, в этом разъеме нету контакта. Вот в этом разъеме. Ну, в общем, продавец как бы вроде не сливается. $7 возмещу, там, предоставьте счет, там, PayPal или что-то такое. В общем, у меня нету. Он говорит, купон могу дать. Я говорю, ну, как бы дело в... Написал ему, что дело в разъеме, в паяльнике. Говорю, пришлите новый паяльник. Он мне обратно какую-то ерунду за купон. Ну, в общем, я дальше не стал, как бы. Он вроде не сливается, но паяльник не присылает. Вот. Ну, я как бы не стал там с ним тягомотиться. Вот, потому что плюс этого заказа в том, что была бесплатный возврат у этого продавца заказа. Вот, бесплатный возврат. Поэтому я ее верну и все, без всяких проблем. Но вот этот, как я столкнулся, вот он, разъем, вот он нестандартный, на 6 тоненьких пинов. У всех станций, который здесь у нас, у обычных, вот этот разъем на 4 пина, по-моему. Но я фотографии покажу. Фотографию. И другие станции, которые на AliExpress, вот такие, у них вот такие, у них как бы стандартные, как бы. То есть, если что-то где-то у вас поломалось, то можно как бы здесь где-то найти в мастерских. А так я пришел до них, они говорят, да у нас вообще такого нету, это не стандартные как бы. А стандартные у них есть, которые вот нормальные. Ну, я как бы подумал, думаю, верну, потом надо будет заказать другую. Вот. Заказать другую с нормальным разъемом, чтобы был. И поэтому такие вот дела с этой станцией. До этого у меня Простормер гайковерт, отвертка электрическая и сабельная была. Было как бы все нормально. Но со станцией, видимо, не судьба. Вот. Ну, пока она есть, я так чуть-чуть ее поддетовал. Паяльник, в общем, замерял
температуру, там, если, например, на градуснике он показывает на табло 200 градусов, то здесь 150, ну где-то на градусов 50 меньше показываю. А вот на паяльнике, да, сейчас покажу, там вроде как бы все, показывают нормально. Так вот, термопару подключил. Давайте сейчас, пока она есть, просто ради эксперимента, вот, посмотрим. Ну, в общем, так она, общей кнопки нету, так у нее вид, потом включаешь. Вот это регулировки потока воздуха фена. Это кнопки прибавить, убавить температуру. Вот, максимальная. И на паяльнике, и на фене 480 градусов. Вот так вот. Фен просто, он лежит. Вот 100 градусов снял, он начинает шуметь. Вот тут у него турбинка. И начинает... Начинает тут он кочегарить. Так вот плохо видно. Так вот, так вот давайте посмотрим. Вот я приукладываю. И пошел. Стоит 100 градусов. Да елки. Вот 100 градусов. Видите, он даже чуть больше показывает. 116. Ну как бы здесь точно, ну нормально эти клещи, они показывают нормально. То есть фен 100 градусов. Давайте теперь добавим до 200. И вот здесь вот отображается, сколько потребляет. Заявлено у них 800. Но когда вот добавляешь, она, они пока нагрев идет, он больше берет, а потом меньше. Вот видите, 190. Ну, 200 градусов показывает, даже чуть больше. То есть фен как бы в этом плане нормально. Давайте 300. И вот сразу видите, температура поднимается 700. А потом убавляется. Вот 729. Максимально 800 ватт. В паяльнике 80 ватт, по-моему, заявлено. Вот 300. 300 показывает, видите. Давайте добавляем до 400. Давайте вот 421. Такие небольшие, как он будет показывать. Вот 350 потребления. Это что-то соскакушек. Надо, может, насадку снять. Но если ты в прошлый раз насадкой мерил, он вроде выдавал. Так, а ну если воздух добавим? Ну все.
Ну вот видите, поток добавил, и он примерно, вот, гляньте, пару градусов точно выдает. Ну, наверное, еще может эту насадку, если снять, он будет ближе, может горячее будет. Добавляем до 480. Вот у нас все под 400 ватт уже. Блин. Четыреста шестьдесят. 470. 480. 485 даже. Ну вот фен получается, потом его ложишь, и он остывает. Вот, и он остывает. И потом при 100 градусах выключается. Вот, ну что получается? Получается, что фен держит хорошо. Вот паяльник я замерял, там градусов на 50 меньше. И то я так пробовал, оно потом... контакт отошел, ничего не получилось. Так, вот у меня есть жесткого диска, нашел платку там какую-то. Давайте вот эту маленькую попробуем паяльником отпаять, пока он не остыл. Сколько, я не знаю. Так, поставим, давайте 200 градусов, 210. Так, вот она платка получается. Вот паяльником греем. Не получилось. Чем-то придерживать надо. Не, не отпаивается 210, давайте 300. Так, вот добавил 300. Я уже уйду. Добавил 300 градусов, давайте попробуем. Так, без увеличения, ну чуть-чуть давайте увеличим. Ага, вот все отлетел. Ну вот на 300 уже. Получилось отпаять. Вот такая станция. Такая станция вроде. Вроде нормально, но вот с паяльником беда. Ну хорошо, есть когда быстрый возврат. Еще раз повторюсь, кто что-то покупает с AliExpress, всегда, всегда надо снимать. Вот. Блок питания тут трансформаторный, он гудит, трансформатор. Фен показывает точно. А
а паяльник чуть меньше. Ну и то это такие, да, так, оно там все отказывало, все от этого отключалось. Вот. Ну, разъем его вот, нестандартный, они сделали такой, не так, как у всех. Так что я буду возвращать. Но так вот, кто ищет, там имейте в виду.